На Руси это издавна чтимо, что в нашей, наверное, крови, чтобы женщина шла за мужчиной в испытаниях, в скитаниях, в любви, чтобы его, признавая начало, все тревоги в себе затая, все же исповедь вспоминалась. Мы не просто вдвоем, мы семья. Чтобы мудрость в себе находила, распрямляясь пред сыновьим лицом, повторить с материнской силой, посоветуйся, сын, с отцом. Чтоб все страхи, снося в одиночку, говорила, измаясь в конец, обними-ка отца, слышишь, дочка, что ты нынче устал, наш отец. И глядела бы с ясной отрадой, как теплеет любимого взгляд, когда сядут за стол они рядом, как сегодня, к примеру, сидят. Мы едины любовью и верой, мы едины землей и трудом, и распахнуто дружеству двери наш добротный, устойчивый дом.